Кроме того, регбисты, фигуристы и легкоатлеты получили благодарность от губернатора, почетное звание «Заслуженный мастер спорта России». Вениамин Кондратьев, поздравляя собравшихся, отметил, что они вносят большой вклад в развитие массового спорта в регионе. Что делает физкультура, спорт? Они объединяют. Объединяют мальчишек, девчонок в различных районах. Они делают их огромной, большой спортивной семьей. А значит, они уже вот это отношение сохранят на долгие-долгие годы, а может быть, на всю жизнь. Те отношения, которые завязались или в спортивном зале, или в спортивном комплексе. И, как правило, жизнь и говорит, что это самые надежные друзья, самые преданные друзья. И сегодня мы стараемся сделать все, чтобы максимальное количество жителей края занимались спортом. Дети хотят заниматься физической культурой и спортом, взрослые тоже хотят заниматься, то есть это становится действительно модным на территории нашего края. Поэтому это здорово. Это благодаря тому, что есть такие звездочки, в том числе как вы, потому что многие дети хотят быть похожими на вас. Бюджет края сегодня максимально ориентирован на социальную сферу. На развитие физической культуры и спорта в этом году из краевого бюджета выделено 8,5 миллиардов рублей. Только в 2017-м в сельских территориях Кубани построили 15 спортивных площадок и 6 физкультурных комплексов. Сейчас идет возведение еще 14. Краснодарский край в очередной раз стал лучшим регионом по развитию физической культуры и спорта в России.